Чебоксары на почтовой открытке. В столице Чувашии продолжается конкурс рисунков. Любой желающий может принести свои работы в отделение филиала Почты России по проспекту Ленина, дом 2. И, возможно, именно ваш рисунок появится там большими тиражами. Какой оригинальный подарок можно приготовить на 550-летний юбилей? Почта Чувашии уже давно решила. Лучший подарок – это собственные открытки. В прошлом году вышла первая серия чебоксарских открыток, которую нарисовали жители Чувашии. А началось все с фотографий. Сначала сделали фотозарисовки города Чебоксары, а потом решили, что видов в городе не так уж много. Таких ярких, да, памятных, и выпустить их в одной серии было легко. А потом нам захотелось показать город с разных сторон, разными глазами. И был объявлен конкурс на лучший рисунок, не фотографию, а рисунок для почтовой открытки. Участников оказалось больше, чем ожидали организаторы. Набралось около 1000 рисунков с изображением Чебоксар. Из них отобрали 8 лучших, и именно их раскупили мгновенно. Видеть на открытке то место, откуда открытка пришла. Ну, это гораздо интереснее. У нас были потом примеры, мы даже в социальных сетях отслеживали, да, куда наши открытки доходят. У нас были примеры с Украины, когда в сетях люди писали, да, получил открытку. Ой, такая красивая открыточка, а где ее купить? Вот только у нас в чувашском филиале можно ее купить. На почте проект решили продолжить. Уже выпущено несколько видов открыток совместно с Чувашским художественным музеем. На них вся столица Чувашии. Родные пейзажи, архитектурные памятники, объекты исторического наследия. Прием рисунков от горожан и жителей республики продолжается. Принять участие может каждый. Именно ваш рисунок может стать открыткой Почты России и отправиться в путешествие по миру. Главное, чтобы в нем был национальный колорит. В этом году будет несколько номинаций. «Ты не один» в честь Международного дня пожилых людей, открытка к Международному спортивному форуму «Россия – спортивная держава», «Мама, я люблю тебя», «Ко дню матери» и другие. В дальнейшем открытки будут создаваться каждому празднику, уверяют сотрудники Чувашского филиала Почты России.